Политическое шоу на Украине продолжается. Михаил Саакашвили залез на крышу и кричал украинцам, чтобы они держались. Ребята, народ Украины, держитесь! Держитесь! Они будут сейчас меня волочь. Не поддавайтесь! Не допустите моего похищения! Я обращаюсь к являнам! Не допустите беззакония! Не допустите беспредел! Не допустите дальнейшего воровства! И они держались и прислали за ним машину, чтобы его увезти. Но везти-то его некуда, поэтому просто посадили пока в машину. Надо беззаконие! Люди, сопротивляйтесь! За беззаконие! Ну, а посадили, и что с ним делать? А делать с ним нечего. Ну, и как бы и разрешили народу его освободить, и его освободили. Победа, а? Це Украина, це Европа. Подписывайся на канал, дальше будет только интересней.